Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Chess Games. Сейчас мы будем записывать второе видео. Я уже стараюсь выкладывать видео чаще, чтобы вам было интересно. Подписывайтесь и ставьте лайки. Мы сегодня на втором видео мы будем играть Puzzle Rush. В первом видео я играл Blitz, а теперь уже решаем тактическую дуэль. А потом сыграем тактический пазл, Puzzle Rush. Давайте ищем соперников. Смотрите первую партию, первое видео. Шах, мат. Здесь. Далее играем. Где ты? Так. У меня иногда такой сбой бывает. Я сначала медленно, потом уже ускоряюсь очень сильно. Сейчас то же самое происходит. Шах. Так делаем, чтобы сделать двойной удар. Так. Далее как шах. Бьем. Бьем. Так. Шах и бьем. Так. Мат. Это была одна из таких ловушек есть. Это тоже все мы знаем такие тактики. Здесь так и так. Так. Здесь шах. Бьем. Здесь сейчас. Далее слон 6 там мат был. Здесь шах. Шах. Бьем. Все. Так. У него одна ошибка. Так. А шах и бьем. И здесь мы размениваемся сначала, а потом бьем. Потому что размен для нас здесь. Так, мы здесь играем. Так. Да, это была хитрая ловушка такая. Чтобы запутать всех фанатов шахмат. Ага, так. А здесь так, шах и бьем. Все. Так, а, да, это, как назывался, я даже забыл эту ловушку, ну ладно. Потом вспомню. Так, здесь мы, конечно же... Блин, так. Вроде бы бьем и... А, так, так. Это чтобы далее как играем. Сейчас, сейчас. Шах, что ли? А, да. Здесь так. Здесь берем на c3, чтобы сделать потом такой шах, вилку. Так. А, нет, ошибка. Так, дорогие друзья, мы сделали только одну ошибку, это было круто. Идем дальше, идем решать тактический штурм. Мы были тактическим дуэль и выиграли. Теперь идем тактический штурм. Давайте выберем тактический штурм 5 минут. 5 минут. Так, у нас должно быть много заданий. А, ошибка. Так, здесь. Анда. Анда мат. А. Да, здесь логично. Так. Да, так. Так. Блин, так. Ладья один мат. Так, так, так.
все. Здесь тоже бьем. Шах и делаем двойной удар. Далее, здесь мы играем. А, нет, тоже ошибка, ну ладно. От одной мысли шахмат. Не могу заснуть по ночам. Потому что шахмат это... Потому что шахмат это самый лучший вид спорта в мире. Ну, каждый свое мнение. Так. Так. Берем и мат. Да, неизбежный мат. Так. Наверное, здесь... Даже не знаю. Ну, солнце перфекс 5, солнце перфекс 5. И сыграть далее. Не, это неправильно. Здесь, а, вот так. Блин, надо одним ходом много думать. Это плохо. Но ничего, мы улучшаем свой уровень. А, ладья F1. И здесь. Такая мутная задачка получилась. А, может здесь... Хотя не, здесь так, так. Ладья F7, ферзь G6. Ладья F7, ферзь G6. А, нет. Так, наверное, здесь... Все не там, что мы теряем. Это задание получилось очень такое. А, ферзь F7. Я думал, ферзь F7. Далее вот так как-то. И далее, когда отходим, допустим, не знаю, на слон D8, то забираем. Ладно. Итак, дорогие друзья, это наше второе видео за день. Завтра ждите новое видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, дорогие друзья. Всем пока.